Привет! Вы на канале Baby Show. И сегодня мы с Настей будем вот открывать вот такие вот игрушку Пеппа. Тут набор у нас, набор у нас входит 6 маленьких игрушек. И вот такой вот большой у нас дедушка пес. С этой стороны у нас парк развлечений такой нарисован. Да? Будем открывать? Да. Смотреть, что попало, там что есть. Ну давай, давай тебе помочь? Нет. Сама? Нет. С той стороны теперь поднимай. Вот так, да-да-да, поднимай. Вот, доставай. Нет. А это пусть лежит, это бумажечка, пусть тут. Давай вот сюда коробочку уберем, вот сюда так в сторонку. Нет. И будем доставать наших персонажей из мультфильма, да? Свинка Пеппа. Вот такой, это кто у нас? Это дедушка пес, да? Вот такой вот у нас дедушка пес, большой такой, красивый. Так, стоит. Давай дальше. А это кто у нас? Овечки. Это овечка Сьюзи? Да. Похоже? Да. Ну давай поставим. А это кто? А? Это у нас слоненок Эми. Вот такая вот он слоненок. Давай сюда. Оп. А это кто? Кролик. Кролик? Да. Как зовут кролика? Ой. А как зовут нашего кролика? Питер. Кролик Ребекка. Ребекка это. Видишь? Это Ребекка. Давай дальше. А это что там Настя достает у нас? Оп, опять упал. Кто это у нас? Кошечка Кенди. Кошечка Кенди? Да. Угу, такая вот кошечка. Ручки шевелятся, ножки шевелятся. У нас на всех персонажах шевелятся ручки и ножки. Так, кошечка Кенди стоит. Так, а это кто у нас? Джордж. Джордж? Да. Ну, это, да, наверное, Джордж такой в желтом платьице. Не платьице, а в костюме. Скорее всего, Джордж. А может и Пеппа. А может Пеппа? Или Джордж? Джордж? Ну, давай дальше. Кто там у нас? Доставай, смелей. Оп. Ну, давай. Не зачем бросаешь? Не надо бросать. А это кто у нас, доча? А? Настя. Это кто? Рядом. Кто? Рядом. Это ослик. А вот звать как? А? Олли? Да. Ну, если честно, я тоже не помню, как этого персонажа зовут. Кто помнит, напишите в комментариях, будем знать. Тоже так поставим. Давай расставим их красиво. Вот такие вот у нас игрушки сегодня были. Из набора Свинка Пеппа. Кому понравилось наше видео, ставим лайки. Подписываемся на наш канал Baby Show. Пока. Всем пока.